Свидание – это вот что. Когда парень приглашает свою любимую возлюбленную на свидание. А потом они идут либо в кино, либо в кафе, либо в парк. Парень угощает свою девушку с чем-нибудь вкусненьким и чем-нибудь легеньким. Угу. Ну, мороженое, да, сладковато, да. Пиццу можно покушать, да. Попить что-нибудь. Да, еще они там заговаривают о романтическом чем-то. Любовном, как ты сказал. Да, любовном, романтическом. Угу. И должна быть романтическая, спокойная атмосфера, вечерок, угу. Должен быть прохладный ветер. Как красиво. Да. Я прям как будто на свидание меня сводили. А куда можно сходить, Денирчик? В парк, кино, угу. Или кафе. Я вначале говорила. Угу. Я засмотрелась, видимо, на тебя, на Бубу. Вот, спасибо за информацию.